Моим малышаткам сегодня уже одни сутки. Вот так вот уже все бегают, все активные. Водичку пьют. Корм пока в такой баночке. Вот, вот этот малышочек, он один шоколадный. Значит, у него был вертолетик. То есть лапки у него разъезжались в разные стороны. Перевязывала ему резиночкой, ничего не помогало. И потом, значит, я перевязала ему лапки и посадила его на ночь со связанными лапками в инкубатор. И вот, сегодня он уже бегает, все отлично. Так очень жалко было. Было бы очень жалко, если бы он не выжил. Он шоколадный один получился. И очень большая шапка у него. Ну, все хорошо теперь. Вот так у него были связаны лапки. Просто восьмерочкой. И в инкубатор не кричи. На ночь.